Всем привет! Мы играем в 3008. То есть мы в огромной Икее, в огромном магазине, и нам надо прятаться. Днем нам нечего бояться, правильно? Да. А как мне тебя найти? Я сейчас свистну. Посмотри. Смотрю. Не, папа, почему ты так медленный? Вот так, что ли? Да, сейчас. Опять. Когда... Вот, я свистнула. Найди мое имя. Я не вижу ничего, не успеваю ничего увидеть. Да ничего не успеваю увидеть. Может, мне надо прыгнуть на стол, на шкаф, на диван, на этот, на телевизор. Я свистнула. Посмотри наверх. Вот, иди туда. Ага, вон там Кэт есть. Ага. Ой, мы побежали. Короче, огромный магазин, он бесконечный, да? Есть, конечно. А ну еще раз, свистни. Вот. А, вон. Ага, я тебя, кажется, вижу уже. Или еще не вижу. Нет. Ты на полках этих разве? Да. А если еще раз свистнуть? Не, я так. Вон она. Другая полка. Вау, то ты очень далеко. Короче, я тут только полчаса буду идти к Кате сейчас. Нет. Катя. 10 минут. А на полочку можешь выйти, на дорожку эту? Или где ты есть? Вот я уже еще раз... Я сейчас строю базу. Кто-то идет? Или это нормально сейчас? Пар, убегай. Реально? Уже убегать? Иди за мной. А я же не знаю, где ты. Я вот, вижу. Это работник, да? Да. Я не знаю, там километры к тебе идти. Где ты так? Опять твое имя пропало? Ну ничего, я сейчас пока иду. Потому что там есть. Так, опять свисти. Так. Угу. Опять километр. Я иду. И нет Кати, и нет. Я уже очень долго иду. Не так долго. Музон зато прикольный. Спокойный такой. Так, свисти. Я там. Ну вон, я же вижу твою надпись. Вон твоя. Кажись, я должен уже сейчас прийти, нет? Вот, это не твоя база? Привет, как туда зайти? Иди на другую сторону. Ага, вот, ага. Так, короче, там мне тоже надо собирать вот эти всякие штуки. Нет, я для нас сейчас сделаю базу. Ну, а мне чем-то тебе помочь, может быть? Да. Так, то есть брать вот эти штуки? Собирай именно вот этого цвета. Пикап, ага. Так, и потом поставь вот... А, почему я нубик? Надо вертикально ставить или лежа? Надо поворачивать как-то, нет? Нет, просто поставь так. На пол, что ли? Да. А, она сама станет вертикально? Нет. А как ее перевернуть? Так что? Rotate? Нет. Что делаешь? Не знаю, что я делаю, но вот мне просто нарисовано. Просто нажми. Просто нажми. Ну что, куда же ты лезешь в меня? Oh, what's Q? Q. Global Shadows, бла-бла-бла. Q и can drop item. Не может дропнуть item. Нет, вот, я дропнул. А как же я теперь это... Пикап. Не, ну, да. Ну ладно. Дропнул, хорошо. Так, я буду носить новое, а ты будешь сама ставить, окей? Да. Оу, ночь! Стой тут! Стой, как? Что? Мы не доделали дырку. Па, это что? Самое страшное. Это Blood Knight. Они very... Опасные? Опасные. Очень опасные, как иначе... Стой тут. Как нача гуч-гуч, да, и подглядывать крауч, в щели. Крауч, и потом смотри вниз. Крауч, это как? Это с шифтом, что ли? Нет, шифт это бегать. А я не знаю, как. Просто иди в угол и смотри вниз. Угу. Смотреть... Я это делаю. Так, ну не вниз, ну вниз что там, неинтересно смотреть на пол. В щели надо как-то смотреть. Нет, так тебя не убьют. А что, меня могут через щели то убить? Нет. Не могут. Если у нас есть комната, мы можем тут себе ходить себе спокойно, нет? Нет. Крыши нет. То есть мы еще должны крышу построить? Конечно. А если нас убьют, мы не сможем сюда вернуться? Сможем. А как мы найдем это место, если это огромное? Я сделаю waypoint. Давай, делай waypoint. А я его буду видеть, нет? Вряд ли. Нет, так что нажми на T. 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 Потом name. Как ты хочешь нашу базу назвать? База. Это наша база. Да. А, нет, хочешь какой-то... Не, ты это не делай. Хоть какой-то цвет. А, как оно будет светиться? Да. Вот такая яркая. Окей. P.
Waypoint Icon, сделай домик. Угу. Все, это наша база. Все, и мы здесь будем жить. Короче, наша задача сейчас пережить пока ночь. Если мы переживем ночь... А долго ночь идет, кстати? 6 минут. То есть 5 минут и потом 6 минут в день. Угу. Так, а что у нас тут? У нас, получается, здесь есть дырка, да? Здесь... Нет, это дырка, это чтобы выходить из этой. А если мы зайдем и изнутри панель по этой палетой закроем? М? Вот взять палету сейчас. О, ты взяла, да? И да. Поставить ее, чтобы закрыть. Можно так. О, вот теперь мы более надежно закрыты. Все, теперь можно спокойно сидеть. Короче, ждем 6 минут или 5. Уже меньше осталось. Где-то 3. О, вот креейтнута наша база. Получается, именно где я стоял, тут вот оно и сделалось, эта точка. Видишь? То есть, если бы я стоял по центру, оно бы сделалось по-другому. Так, что у нас еще есть? G. Что такое кнопка G? Я очень хочу поменять мой... А, это Inventory. Q – это настройки. И T – это база. Окей. Прикольно. Так, вот наша база. Вот это. Именно вот эта точка – наша база. Не там, где ты стоишь. А где ты, кстати? Чего ты убежала? Я вышла, чтобы поменять аватарку. Оно very ugly было. Ты поменяешь аватарку, тебя сейчас там съедят. Нет. Нет? Может, нам лучше побегать или нельзя бегать? Нет. Это опасно, да? Опасно сильно. Потому что сегодня Blood Knight. Blood Knight. Очень опасный Blood Knight. Да. Они умножили на 2 опасность. Угу. Типа, свистни. А как свистнуть? Хотя нет, не надо сейчас. А, нет. А ты базу мою видишь или ты сделала тоже базу? Нет. Это наша база. Хорошо, а как же мне свистеть? Вот ты говоришь, свистни. Q? Не-не-не. Это текст написать какой-то, да? Нет. Сделай... Е. Нет. Это сделать нет. Палету. Я не знаю, как свистеть. Я единственное, я вижу свою базу только и все. И сижу в этой коробке. Зрители, напишите, как вам нравятся такие видео, когда нам просто тупо надо ждать опасности какой-то. Так, кто-то вышел из игры Реала. Мы пока играем. Такой музончик. Ну тоже не страшный. Более жуткий, чем днем. Днем вообще весело было, прикольно. А сейчас такой жуткий. Так. Я бы хотел бы что-то там подсмотреть. Что-то увидеть интересное. Что я там могу видеть? Вот чуть-чуть вижу магазин. Так, никто не ходит, ничего не видно. Тишина. Все, короче, в свои норы позарывались и сидят там, да? Так. А куда ж ты вышла? Ты из игры вышла вообще или ты есть? Я джойнила. Ага. Просто ты говоришь мне не выходить, а сама где-то пошла. Потому что я перезашла. Ага. Только... И ты идешь сейчас ко мне? Я не знаю, где ты, так что... Тебе надо научиться свистнуть. А как это свистнуть? Это текст какой-то написать? Нет. Я умею свистеть. О, есть, свет включился. Все, уже можно выходить, уже не опасно. А чё ж ты себе базу не сделала? Главное мне, говорит... Это наша база. Не, ну в смысле точку не сделала. Я сделала. Когда ты выйдешь, она удаляется. Смотри, как далеко я уже, 100 метров. Так, так что, теперь ты меня не можешь найти? Папа! Где ты есть? Кэт! О, привет, Кэт! Смотри, это телевизор! А, я думал, это твой аватар такой квадратный! А у нас целый телевизор будет теперь! Теперь нам вечером будет... Я открыла телевизор, смотри! Теперь нам ночью будет весело! Не меняй, это The Legendary Picture! А оно кино показывает какое-то или только я это? Просто... Так может нам еще мебель какую-то сюда наносить? Конечно! Давай каких-то стульчиков сейчас... О, кресло, вижу кресло! Кровать? Не, ну кровать это чересчур. А вот кресло надо. Ну, я могу поднять? Да, я беру кресло. Вот это круто. Так, я перепрыгну с креслом. Да, есть. А что ты закрыла дверь? Я смогу залезть? Нет, надо sideways. А как это ты ее? Вот так. А, заходить sideways. Да. Есть, я вместе с креслом протолкнулся. Все, мы сейчас будем... Так, как его крутить, правда? R? Просто... О, да, R! Вот, вот так, мы будем сидеть смотреть телек.
Ну, хочешь, переставь. Ну, вот, мне кажется, вот отличное место. Смотри, сидишь себе, смотришь телевизор. А я сесть на него реально могу? Нет. У меня пол кресла залезло в забор. Пойду еще что-то найду. Не, пап, находи палеты. Палеты все-таки? Мы будем крышу делать? Так этих палет тут вагон. Давай я просто буду ближе подносить к тебе. Есть, взяли палету. И куда мы ее ставим? Ты крышу делаешь, да, говоришь? Нет. Так, нет, а что? Нет. Как ты сюда заходишь? Ты, я такой толстый. Есть, вот на тебе палету. Спасибо. А, не может поставить? Почему я не могу поставить? Потому что я Не могу, говорит, поставить, и все. Не хватает места, что ли? Пойду я на улицу, что ли? Так, ротейт. Сделай, нажми на, как, что это? Е. Которое, О, нажми О. О! О, ты свистнул, Л. Нет, что ты делаешь? Ну, я вот так делал. Ливнул. Я не ливнул ничего. Нажми Л. Л, нету, ничего не работает. Select emoji. Так, ладно, заберешь эту палету? Yes! Что? Ты поставил. Да я давно уже поставил, да, но я вот... И что, куда ты ее оставишь, интересно? Да, я говорю крышу, а ты говоришь, нет, не крышу. Это пол. Пол? Мне кажется, это крыша. Второй этаж. У нас будет двухэтажный дом? Конечно. А нельзя открыть лучше, пока еще светло? Не, пап, очень, очень удобно так, и SCP не зайдет. Я такой же, как и SCP, как ты говоришь. Смотри, ну как я сюда зайду, ну? Вот так! Ну как-то... Ты краучаешь! А что, как, что не краучаешь? Ага, наконец-то! Так, и есть! Так, окей. Когда ты краучаешь, ты сильно толстый. Угу. Так, берем палету. Погнали. Так, пробуем зайти. Да, есть, я зашел. И пробуем ставить палету. Не могу, говорит. Потому что я тут. Так. Может, лампочка мешает? Потому Нет. что оно сильно... Большое. На... Нет, потому что оно на полу. А что, нельзя на полу? Нет. Посмотри наверх. Теперь поставь. Вот так. И еще туда чуть-чуть, да? Поставь. Ставим. Так хорошо или криво? Я сделаю. А ну, Катя сейчас перестроит как-то. Так, бух, вау, ну Катя строитель, хотя я по образованию вообще-то строитель по специальности, но в Роблоксе лучше Катя строит. Хорошо, сейчас я помогу тебе. Берем новую палету, видишь, уже немножко я лучше это делаю. Так, строим мы наши, как это называется, hiding spot или что base. Это? Place? Base. А, base. И что теперь? Где я поставил? Так, надо выше. Надо вот так. И... О! Я строитель! Я уже вторую палету поставил. Если у нас будет потолок, что, нас совсем не смогут достать? Нам надо будет тупо сидеть. Можно даже танцевать, прыгать, там все, что хочешь делать, да? Я бери палеты, просто ставь рандомно... нам надо взять еду. А, еду? А мы можем тут голодные быть? А, да, у меня Hunger Energy. Мы нашли самую редкую вещь в этой игре. Так, 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 надо зайти. Я нашла самую редкую Хорошо, вещь в этой игре. Мне надо зайти. Самая редкая. Есть, я зашел. Потолок где недоделанный? Да сейчас, я крышу делаю. И... Есть, я поставил крышу. Что там у тебя? А что это? Черные банкбеды! Мы можем спать реально на них? Черные банкбеды, самая редкая вещь в этой игре! Только второй этаж это сильно в крыше уже получается. Так, в этой дырке точно не залезет этот надзиратель или кто там? То есть мы, в принципе, смотри, у нас вот там маленькая дырка в потолке осталась. И... Так, может подвинуть эту палету? Маленькая дырка в потолке, а вот там, вот возле выхода, видишь дырочка? Я ее делаю. И чуть-чуть ее подвинуть. О, нет. Да. Больше дырка стала.
Нет, 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 стоп, стоп. А, ты новую несешь? Конечно. Окей. Ну, пап, да. Я сейчас принесу еду, она самая... А ты не... Ты же говоришь, мне ночью нельзя выходить. Можно? Можно. Просто в этой ночи нельзя. А, то есть мне можно потому идти... Потому что... Ага. Ну, пап. Да. Не умирай. А звуки будут какие-то, что приближается кто-то? Excuse me, the store is now closed. Please exit the building. Так, потом это ты с фонариком там ходишь? Да. И-и-и. А где ж тут еда? Это ж мебельный магазин. Это ресторан надо найти какой-то? Там кафетерия. Угу. Когда будет опасность, будут звуки меняться какие-то такие опасные? Там будут excuse me, ага. The store is now closed. Please exit угу. The building. Хорошо, так, я вижу базу, отлично. Сделал такой? Да, 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 у меня есть база. Ну ты правда вот эту базу, да, что я сделал? Угу. А я тебя потерял, кстати. Я тебя видел и потерял. Yes! Я шаги меня... какие-то слышал. Это я. Фу. Нет, это ты. Да? Окей, я лучше иду к базе. Максим здесь. Так. Я лучше. Какие звуки? Я так громко хожу. Это ты. Hello, у меня IL-67. Так. Па, я нашла воду и лимоны. Иди на базу, ты скоро... Голодный буду? Не-не, у тебя мало энергии. Энергии 57%, нормально. Стой звонить мне, Максим! Так, где моя база? Вот, вот база. Это вход, нет? Не, это другой. Это телевизорная сторона. Сторона, где телевизор стоит. Так, вот вход на базу. Вот. И... Вот если меня тут будут догонять, я могу возле дверей задержаться, потому что буду долго попадать. Так, вижу Кэт. Точнее, вижу только надписи. А, вот и Кэт. Привет, Кэт. Я взяла еду. Так что, вот печеньки, вода. Оу, так что, можно поесть? Еще нет, тебе варигут. Ага, все пока отлично. Короче, мы переживаем пока что новую ночь более комфортно. Да. У нас есть телек, можно посмотреть. А менять можно картинку, да? Нет, пап, можно, но нельзя. То есть это самое эпик? Да. Короче, мы такие эпик забаррикадировались в магазине. Чего? Самая редкая кровать в мире, но она, мне что... Она реально самая редкая, только одна в 10 серверах. Вау. Короче, и мы тут круто, мы спокойно. Если в прошлый раз мы еще переживали, кто-то придет к нам или нет, да? У нас так и есть дырка в крыше. Да, я знаю. Может, заделать ее? И сейчас. Мне показалось, звуки какие-то опасные. Максим ищет дрожжи. Я быстро. Я скоро. А я беру палету, дрожжи. А, Максим собирается пиццу делать. Да. Только давай быстренько. Да, я быстро, я буду бежать. Да. Короче, Макс у нас решил сегодня поваром заделаться. И сделать самостоятельно пиццу, самостоятельно даже... этот, тесто сделать. Все, я заделал дырку в крыше. У нас, в принципе, все очень безопасно. Есть только малюсенькая дырка в этом, в стене. Но Катя говорит, что она безопасная. Что к нам ни сюда никто не сможет добраться. Так что мы в безопасности. Да, Катя, без лица. Пишите, что вы думаете про Катин аватар. Он какой-то мне, если честно, немножко стрёмный. А я пока посижу те... О, есть! Ночь закончилась! Я переставлю немножко кресло, а то оно как-то чересчур далеко в этом. Вот так. И вот так. О, так получше. А я на него сесть могу, нет? Пикап. Я только могу взять. Только взять. То есть получается, почилить, полежать на кровати или посидеть на кресле у меня нет возможности тут. Ха. И... будем искать что-то новое. Короче, значит, нам надо еда, я уже понял. Кафетерий надо найти. Надо найти кафетерий. Покушать, потому что у меня голод уже, энергии мало. И... может, какую-то мебель еще найти, чтобы было веселее переживать следующую ночь. Так, а где кафетерий, кто знает? Вот я иду, иду, иду. Вот это оно? Да, это кафетерий, похоже. А где еда? Тостеры всякие, микроволновки. А где еда? Кафе есть, еды нет. Вот это да. Бонжур, Кать. А я вот нашел кафе, а воды на нем нет, еды нет. Это кафе вот с микроволновками? Нет. Нет? А, там стульчики должны быть, да? А я думал, тостеры всякие. Вот холодильник, тут сможет что-то быть? Пап,
А, это я взял холодильник. Ага, это просто кухонная принадлежность. И вообще-то в Икее настоящий такого не продают. Короче, ищу кафетерий, потому что я хочу поесть, я голодный. Класс. Па, у тебя нету энергии, иди обратно домой. Да я успею. Я ж хочу найти. Быстро. Вот еда, это она? Кукисы. Вот, все, сейчас у меня будет энергия. Раз. А как их поесть? Ты неправильно делаешь. Не так? Посмотри. Как? Потом Е. Просто нажми Я один раз. Просто Е. What? Там еще есть F. F. Там еще. Ага. Вот, то есть надо собрать печеньки, и потом я их смогу поесть, да? Так, подченька съел. Что тут еще мне надо? Воду мне тоже надо собирать или то не обязательно? Воду и... Короче, я хожу по столам, собираю печеньки. Да, ты собираешь печеньки. Так, и ночь наступит когда, чтобы у меня было сейчас что поесть? Да. Уже наступает? Так, где база? Иду я на базу. Две печеньки я собрал или три? Значит, мне хватит пока. Вот, может, на столе еще что-то найду? Нет, тут пока нет ничего. А я понял, когда на травку наступаешь, тогда звуки другие. Вот я уже сейчас разобрался немножко. Да! Разные шаги по разному покрытию. Да. По разному полу. Я думал, ты знал. Нет. Я ж что, я вот ночью ходил, думаю, что так это самое. Звуки какие-то непонятные. Это просто я наступал на разные коврики. Угу. Так, вот наша база. Угу. Есть, вот наша база. Сейчас я поем. Я голодный. И энерджи тоже добавится или нет, не знаешь? Так, теперь мне надо зайти в инвентарь, взять печеньку и съесть. И я уже 58%, 66%. Мало. Мне надо еще идти за печеньками. А? Что, Кать? Я делаю. Так я хочу тоже что-то делать. Я хочу реально найти печеньки, может быть. Чтобы наесться нормально. Да. А то что, я погулял и 100% даже не наелся. Я нашел край этого. Я думал, он бескрайний, этот магазин. Я сказала, что это не искать. Есть, оказывается, есть. Я просто его никогда не видел. Вот он, край магазина. Так, а где печеньки? Па, сейчас будет ночь. А как ты видишь? Потому что уже было больше, чем где-то 5 минут. Угу. Я надеюсь, все-таки печеньки найти еще, чтобы поесть вкусно. Вот кафе. Вот столики. Это кафе? Это... Нет, кафе. Это просто продажа нет, столиков, да? Нет, па. Это типа лаунж area. Угу. То мне тогда повезло, получается, найти просто на столе печеньки в тарелке, да? Не повезло. Ну что, вот хожу и нету. Может, на кровати кто-то забудет вот здесь? А, и что я заметил? Тут нельзя лежать на кроватях и сидеть на диванах. Да. Вот я нашел. Что-то нашел. А, да, это вода и лимоны, бери. Все брать? Да. А лимонами можно наесться? Да. Они дают энергию. А, это не так брать, надо брать их F, да? И F, что ты не берешь? Только раз надо нажать. F. Потому что мышка не нападет. F. Ага. О, да, куча лимонов. Куча лимонов. F. Хорошо, сейчас я возьму, я что-то вот не могу взять. И вот так, что ли? F. Ew. F. Ага, вот так. F. Я такой немножко нубик еще просто. Раз. Все, разобрался. Так, это взял. Это взял. Еще один лимон. Это человек? Вот. Нет. Кто это? А, это манекен. Да. Так, с другой стороны, может, там что-то есть. Так, я далековато уже от дома, но... Па, быстро иди домой. А лимонами я смогу наесться? Да. Я уже спрашивал. Так, ну круто, я хоть что-то наш. Все, побежали. Где база? Все, я бегу. С шифтом бегу. 600 метров. 600. Сейчас. 500. И 400. Успею? 300. Ты можешь быть успеть, может быть нет. 200. Уже очень близко. Так, 100 метров. Так, это уже, по-моему, можно внутрь сюда заходить. Да, вот я вижу лунокорник. Раз, забегаем. Ты не туда. Это не с той стороны? С той стороны. Упс, сейчас. Где тут проход?
А, Shift. Там другая сторона. А, хорошо, хорошо, сейчас, вот, там просто я не смог перепрыгнуть. Аккуратненько. Так, закончился дом? Да, вот он. И... Залезай, толстяк. Что, я опять шифтом, что ли? Нет. Есть, все, я залез. Е-е-е, теперь можно поесть. Есть лимоны, консюм. Я пойду взять консюм. Свет. Там консюм. Просто очень близко, где-то 10 метров. А вода тоже добавляет? Вода добавляет. А, вода энерджи добавляет. Оу, так у меня теперь полный этот, смотри. 100% энерджи и... И стоп, 98% я не голодный. То есть все очень круто. И здоровье у меня 100%. И у нас такое вот крутое место, где мы пережидаем ночь. Второй этаж? Конечно. Он открытый пока, да? Угу. То есть это пока опасность, вот эта дырка? Нет. Не залезет этот супервайзер или кто там? Employee. Employee. А как сюда ты поднимаешься? Пать, не так делаешь. Я что понимаю. Ты вообще делаешь? А, раз и пошел. Ага. Прикольно. То есть, если мы кого-то. Украшение даже. Йоу, Катя все круче и круче делает, смотри. Это так, то есть получается, если какая-то опасность, мы столько раз и все, да? Да. И он к нам не залезет? Да. Угу. Ну прикольно. Так, а только я не сразу могу почему-то подниматься. Смотри. А, да, потому что это. Потому что это не настоящая лестница? Не, настоящая. А почему же я не лезу? Потому что в Роблоксе обычно к лестнице подходишь и сразу идешь вверх, а это что-то не хочет. Ну, мне кажется, мы достаточно для одной серии сделали What? Базу. Ну, а что, нет? Смотри. Это две ночи. Но, смотри, дом обустроенный, телек, диван, все стены, кровать и даже уже второй этаж. Мне кажется, нормально. Только... И ты, Катя даже лампочки повесила. Вот хозяйка, молодец. Смотри, а то лампочка валялась на полу, а сейчас лампочки нормально вот светят на потолке, как и должно быть. И даже какое-то украшение наверху, которое я не могу сейчас увидеть, потому что я не могу подняться по лестнице. Оу, было, я зря прыгнул. Ну ладно. Для первого раза очень даже круто, так что оставайтесь с нами. Возможно, мы... А мы сможем продолжить эту же локацию? Нет. То есть надо каждый раз строить новую? Да. Ай-яй-яй. Ну я в следующий раз уже не буду таким нубиком и буду Кате лучше помогать все делать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. Пока.